Снова всех приветствую на нашем канале «Вокруг водоемов». Как вы видите, мы находимся на необычном месте, как обычно, да? Не речка, не Макарты, а мы приехали на Бух. Софийское водохранилище. Вот Виталий, знакомьтесь, Александр. Привет. Ну вы уже Привет, его. Ребята. Один первый раз уже видите. Да, знакомые. Привет подписчикам. Сейчас мы выплываем на Хищника, пока есть время. Ну а там посмотрим и на белую рыбу порыбачим. Одеваем шапку. Так, друзья, а вот церковь, одна на всю Европу, первое место по архитектуре занимает. Вот этом домику крещение проводят. Друзья, спасибо Виталию за экскурсию такую с ветерком. Вот, друзья, холотик Александра. Сейчас находимся. И метра нету, да? Так, ну будем искать, будем плавать. Вот один мужчина, все второй мужчина. Именно конкретно показывает рельеф под нашей лодкой. А это уже больше квадратуру показывает вокруг лодки. Так, лодочки, будем пытаться искать ямы, ямки, ямочки, ямусики. Здесь рыбы нет. Здесь рыбы нет. Друзья, плывем на ту сторону под Камышек. Глубина 5,5. А мы уже на середине. Не показывает рыбку, не показывает. Опа, есть. Ну вот, видишь. Опа, рыбка на 6,5. 8 метров. Это хорошо, 8 метров. Можно попробовать. Что-то мне не нравится. Тут немая такой ямы. Яма какой-то. По подъем. Подъем. Надо нас. Чтоб спускалось. Опля, и рыбка. Видите? На перекате сразу рыбка. Да. Все. Еще давай. Рыбка. Видишь, опять мы в яму. Вот эту сейчас. Опа, найдем. Еще рыбка. Во-во-во-во-во. Все, закидываем, друзья. Якорь закидываем. Закидываем якорь. Друзья, смотрите, поймали первую на колебалочку. Бросал под камыш. Так, друзья, будем отпускать. Аккуратненько ей, чтобы не повредить. Сейчас смотрите, за нижнюю, с под губы как бы.
Так, отпускаем. Расти большой, килограмм так 20. И не попадись никому. Вы. Так, приведи бабушку и дедушку. Ждем. Все. А? До понтона прикрепили. Ну, бачиш. От, друзі, знаходимося ми вже в Щучому заливі. Так, друзі. И в Щучьем заливе тишина. И силикон, и блесна. Вот у меня силиконки и блесна. Все. Тишина. Вот это утром что-то вообще прало потихоньку. Зато на пиво у Александра берет. То есть пиво на пиво. Пиво клюет. Александра тоже бросает силикон и блесна. У него вообще набор очень там серьезный. Но зато Виталия, он находится там. Я думаю, там чего? Там все должно быть. Не расстраиваемся, ждем белую рыбу. Выплывем, резиночку поставим, дальний заброс закинем, кукурузка. В общем, у нас еще все впереди. И вот, друзья, пришвартовались мы к острову на Буге. Вылезем на гору, посмотрим, что там на горе. Самому интересно. Товарищ также не выдержал. Красиво здесь. Рыбаков очень много. Очень. Места, ну, все места заняты. Мы еле нашли себе место. Да, такой остров необъятный. Мне, чтобы его обойти, наверное, полчаса надо. Вы знаете, вот то щупачка я маленького поймал. У товарища были удары. Вот. У Виталия, по-моему, две щучки. На 1,5 килограмма где-то так. Вот. Ну, смотря на остальных, кто мотаются на лодках, видно очень плохо. Ну, мы тоже мотаемся на лодке, только на веслах. Будем пытаться, пока щука молчит. Будем пробовать в разных местах.
Мы никуда не спешим, у нас еще сутки впереди. Да. У нас цель такая, сейчас хищник, ну а там уже, ну мы на белую тоже будем рыбачить, ну уже потом. Так, ну все, выплываем, да. Это точно, оставили свой след на острове. На буксире, по всему Бугу. По всему Бугу нашей местности. Так, друзья, настал долгожданный момент. Вот мы сварили уху с товарищами. В ухе присутствует в основном окушок, одна плотвичка. Ну, как мы знаем, с окушка уха очень даже вкусная. Окушок, плотвичка, картошечка. Да, морковочка, цибулька, перчик душистый. Все как положено. Коньячок. Да, у товарища коньячок в одно... личика. А по душицу водочка это... Виталий за рулем, а я не пью. Да. Да я тоже не пью. Тоже не пьешь? Не, он не пьет. А, не пьет, да. А, молодец, ну, не знал. Вообще, да. Мы с Виталием сегодня первая рыбалка. Значит, друзья, у меня, так сказать, не получилось на хищника. Поймал одного щупачка. Вот. Товарищ Александр все же поплыл вечером, поймал щучку на 1.5 килограмма. Якушка. Ну, а я якушка, да? Да, да. Ну, грамм где-то, ну, на 300. Его... Это вон был, да? Вон тут крупный. Вот тут крупный. А товарищ Виталя? А товарищ Виталий, что вы поймали? Три щуки. Три щуки. Ну, это и то. Ну, где-то по 1.5 килограммчика. Да. Ну, а я, друзья, вечером закинул резинку. Вот. Поймал 3 козлика. Вот, мы сейчас ночью посидим, попробуем, может, купнячка подхватим. Но в основном полностью весь удар будет утром. Рано утром. Рано утром. Выплываем, если я, конечно, не засну. Я ночью хочу. Ух ты что. Так, ну что, приступаем к трапезе. И всем, и все хорошее. Помогите! Помогите! Это анекдот. Димон, анекдот это знаешь? Не. Короче, чувак. А, идут, короче, 3 мужика. По полю идут. А им так грыдко, на похмелье. Как здесь бутылка лежит водки, запечатанная. Ну поднимать, ёлки-пах. Ну в поле, нема никого. Блин, может кто-то потерял, выпало там у кого-то, там тракторист или кого-то. Ну ладно. Давай похмелим. Раз вот тут открыли, понюхали. Это вроде бы водкой пахнет. На язык, это вроде бы водка. Давай налипай. Фух. Накатил, одному налили. То есть раз накатил, брык, упал, лежит. То до него капец. Окочурился.
второй, да что ж такое, блин, уже и так, уже и нюхал, уже и подпаливал, ну горит, ну водка, ну ёлки-палки, ну козёнка, капец. Наливай, раз ему налыл, то и ха, кружку стаканёру улыбил, бум, опять, лежат уже вдвоём, а качурились лежать. То и дивився по сторонам, блядь, ну нема никого, нема никого. Бум, налив, а випить хочеться, похмелиться. Помогите! Молодец. Всем доброе утро, друзья. Итак, ночь, конечно же, прошла именно по рыбалочке. Не очень. Я попытался ночью порыбачить, часик посидел. Ну, одного козлика поймал. Решил, естественно, поспать, чтобы утром порыбачить. Товарищи уже выплыли на хищника. Вот смотрите, такие козлики здесь. Так, будем рыбачить на резинку. Вот у меня здесь пленочка, чтобы леску слаживать, потому что камыши, как видите, у меня одна камышина попалась, и все, из-за этого уже леска у меня затянулась, копчук получился. Значит, подцепила туда червячка, ну, берет он, в принципе, и на кук. Ну, кук как-то он быстро съедает, и даже ты не успеваешь его подсекать. Вот, на червячка более надежно. Значит, крючки стоять у меня где-то примерно метров 28 до 30 метров от берега. Давай еще. В общем, друзья, червяка я убрал полностью, бычок. Вот это только солнышко вышло, сразу бычок подошел. Вот, покоя не дает. Сейчас перешел кук. И, кстати, замешал хлеб с макухой. Ну, такой, чтобы немного держался на крючке, пока резинка запускается. В общем, поклевывает и на кук, и на хлебушек. Главное, чтобы рука здесь была всегда на поготове. Друзья, смотрите, какую красавицу вытащили. Таранечка. Взяла, кстати, на червячка. Не, подождите. Здесь был кук. Кук, да. Ух ты, блин. Видели как? Смотрите, то ждешь по полчаса, то сразу же две попадаются. Капец. Вот, друзья, нам еще раки не попадались. Смотрите, какой клешняк. А она немного начала натягивать. Я подсмекнул, думаю, уж что-то такое серьезное висит. Стопорит, аж резинку тяну, а она упирается. Так, ну давайте отцепим и отпустим. Отпускаем клешнячка. А, задом. Во-во-во-во-во-во. Правильно я тебе направление дал. Так, друзья, вот еще плотно.
крючку вытащили. Такая. Небольшая. Ну, как на макартах. Стандартная. Вот, друзья, что наловил я. Ну, как видите, плотвичка такая. Уже как бы таранька попадается. Ну и макарская небольшая. Подлещики. Козлики. В общем, по клёву, конечно же, друзья, сегодня до 10 часов брала еще. Как бы так. А потом как выбило, и не плотва, вот это рак взял, бычок, и все. Кук цеплял, хлеб цеплял, как бы даже на хлеб очень плохо было. Очень. То есть я хлеб запускал, я и вытаскивал этот хлеб на крючках с макухой. Итак, друзья, вот смотрите, что товарищи поймали. Так, ну это за сегодня, да, Виталий? Хорошие такие щучки. Все. Вот Александр. Все, понятно. Окунишки. А ну что взяли? Щучки. На МЭПС попугай. Третий номер. Ага. Александр, а у вас на что? Тоже МЭПС? Да, МЭПС тройка. Ну, у меня китайский, а у него чистый. Итак, друзья, не забываем за лайки, подписка на канал. Обязательно нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе новых наших видео. Желаю всем удачи, а в рыбалке ни хвоста, ни чешуи. Все, всего хорошего. Едем по Евротрассе с рыбалочки, с Буга. Николаевская трасса. Почти сделали.